Летняя дача. Обрати внимание, за моей спиной традиционное якутское летнее жилище. Именно вот в таких вот жилищах якуты жили летом. На самом деле, это большое заблуждение, что в Якутии и летом тоже холодно. Здесь летом очень жарко, плюс 40, а вот сейчас температура плюс 35. И такой домик покрывался он берестяной корой. В нем было очень комфортно и удобно. А сейчас мы посмотрим, что внутри этого дачного домика. А убранство здесь было очень простое. По кругу располагались скамейки, в центре был очаг, а вверху было вот такое вот отверстие для того, чтобы дым выходил. Сейчас якуты используют такие дома, ураса, для того, чтобы проводить какие-то праздники или на выходные выезжают и отдыхают в таких домиках.